Сучасна хореографія різнобічна, неочікувана і подеколи вона вражає своїми елементами, загадковими, гнучкими. І насправді танець – це усе життя. І сьогодні до нашої студії ми запросили людей, які займаються танцями, займаються професійно. І вдвох танцюють така чудова пара – Володимир Сапін і Тетяна Косюченко, керівники школи аргентинського танго. Дуже рада бачити вас сьогодні в нашій студії. Я знаю, що аргентинське танго зараз дуже популярне у всьому світі. Аргентинське танго танцюють у багатьох країнах і танцюють активно. Тому ми і про аргентинське танго поговоримо, і взагалі про ті направлення, які зараз найбільш популярні, на ваш погляд, так. Це, мабуть, социальные танцы. Как вы думаете? Да, верно. Социальные танцы сейчас набирают очень больших оборотов, не только в Украине, а вообще во всем мире. Это аргентинская танго, это латино, сальса, бачата, кизомба. То есть те танцы, в которых есть взаимодействие между двумя партнерами, партнершей. Как бы вот именно сейчас, на данный момент, очень активно проводятся уроки и фестивали, и различные семинары, как раз именно посвященные социальным видам танца. Вот в карантин, все же вдома сидят, хочется тоже потанцевать. До речи, чи є онлайн тренування и чи є потім, можливо, на основе таких онлайн вже запитів, якісь створюються фестивалі, можливо, що зараз є? Есть даже онлайн-фестивали, то есть различные маэстро записали 20-30-минутные уроки, выложили все в один ресурс, и, в принципе, в поддержку чего-либо можно получить доступ к этому материалу и ознакомиться. Также появился новый формат уроков. Это когда ученики ставят вопрос, преподаватели записывают ответ в виде упражнений или проводят онлайн общение, после чего ученики, допустим, сутки двое-трое тренируются, записывают свой результат, пересылают, и преподаватели онлайн вносят свои корректировки. То есть это не просто, когда 20 минут, да, мы друг друга видим, это взаимодействие. То есть такого формата до карантина, в принципе, не существовало. Можно сказать, что это добре, так? Да. Есть еще и такой вариант. Если не будет возможности встретиться с тренером, или прийти на тренирование, то, будь ласка, можно записать, отдать, и люди навчатся. Да, главное, чтобы был вопрос и желание решить его, двигаться куда-то. А метод всегда найдется. А с приводу социальных танцев, взагалі, насправді, у нас в Украине вышло так, что люди поступово переходили на социальные танцы. Они бачили, что тут есть какая-то свобода, есть поставлені элементы, которые ты можешь использовать тогда, когда ты вважаешь за потрібне це. Чому саме таке соціальне направлення? Тому що там немає, мабуть, таких жорстких критеріїв оцінювання, це перше. Немає таких вимог, як, наприклад, в бальних танцях чи там народних, так, коли все треба під шнурочок зробити, як то кажуть, так? Ну, тобто, насправді є якісь такі от варіації на ваш розсуд. Да, верно. Когда пара танцует, они в первую очередь танцуют для себя. Они не танцуют для оценки зрителей, они не танцуют, там, не знаю, если, конечно, это не постановочный танец, да, когда люди пришли на концерт. То есть в первую очередь, когда люди приходят, занимаются на занятиях, потом приходят на специальные вечеринки, такие специальные дискотеки, назовем это так, на которых танцует аргентинская танго, там абсолютно неважно, даже если вы сделали какую-то ошибку, вы сделали ее вместе, и вы продолжаете дальше танцевать, не акцентируя на этом внимание. То есть, скажем так, больше для совместного удовольствия. То есть, условно можно сказать, что социальный танец – это как язык, как форма общения. Да. То есть, когда вы приходите на танцы, в базовых вариациях вы учите сначала буквы, простейшие движения. Потом появляются слова, потом предложения. Маэстро уже, наверное, стихи пишут с помощью. Но глобально социальный танец – это определенная форма общения, которая позволяет наполнить свой досуг и
удовлетворить вот эти потребности. Так, ну, жінки і чоловіки переважно одинаки приходять. Чи приходять парами? Як приходять? По-разному приходят и, скажем, люди, которые без пары, приходят и семейные, приходят молодые пары, которые недавно начали встречаться, они как-то хотят разнообразить свое еще общение. То есть здесь нет такого, скажем, четкого критерия, что приходят там только одиночки или там приходят только парами. Приходят люди, скорее, по зову сердца, по желанию, которые хотят в себе что-то еще открыть, что-то изучить, и если это пара, то совместно пройти этот опыт. Знаете, насколько это добре, когда ты чувствуешь своего партнера, когда ты понимаешь, что он хочет ось тим тілом, рухом показати тобі. І щось тобі може розповісти. І якраз соціальні танці, вони якраз, мабуть, зорієнтовані на тому, щоб все це можна було відчути. Просто відчути. Не вивчити і повторити, а відчути. Ти танцюєш, тому що тебе веде партнер твій, так? Ти за ним повторюєш, підлаштовуєшся, і у вас виходить вже якась композиція. Так? Тобто ви не ставите їх для своїх учнів? Вони самі потім якось вимальовують собі танець? Є ось таке поняття, як імпровізація. Ви знаєте, як, скажімо так, удачна шутка, вона обычно заранее готовиться. Ви просто вставляєте її в нужне місце. Обучення сводиться к тому, що ми учим какие-то, допустим, элементы, повороты, короткие связки, да, вот, а потом во время танца партнер импровизирует, он предлагает различные варианты, то есть чем больше у него заготовок, чем больше у него возможности построить диалог, тем интереснее получается, разнообразнее танец. Ну, такая себе мова, так, танцевальная. Да, да, да. Вот. Само собой разумеется, что там присутствуют какие-то эмоции, да, в танце, все-таки танго в среднем танцуется где-то минут 15, то есть 12, ну, общение происходит, да, там по правилам. Но в целом импровизация, она в пределах каких-то правил внутренних договоренностей. То есть есть я что-то предлагаю, у нее есть какой-то вариант реагирования, и я рассчитываю на то, что она отреагирует. То есть импровизация присутствует, ну вот как в разговоре, то есть есть формальные правила какие-то. Очень важно, это не монолог, это диалог. Да, то есть, однозначно. И партнеры, партнерша, да, они вместе, когда танцуют, я общаются. Слушаю, как она отреагирует, что она пытается мне предложить, пытаюсь отреагировать на это тоже соответственно. А приходят же, мабуть, люди, которые совсем не умеют танцевать. Да, и так вот спробую их научить, показать, как же зрозуміти. То есть вы, мабуть, в первую очередь вчите розуміти вашого партнера, а вже потім, мабуть, танцювати. Чи як? Ну, я як зрозуміла із того, що ви сказали. Грубо говоря, направление, обучение сводится к разделению в трех направлениях. Первое, мы пытаемся дружить сами с собой. То есть не все мы можем сделать даже со своим телом. То есть этому тоже надо готовиться. Мы пытаемся учиться взаимодействию. То есть, и в-третьих, мы пытаемся взаимодействовать с музыкой, которая играет. То есть, так, то, а танго что... аргентинское, оно же має взагалі экспрессивный такий характер. Десь повільніше, десь гучніше, десь ще якось. Ну, насправді, це пов'язано з тими людьми, які це започаткували, так? Ну, насправді, з гарячою країною, чи ні? Аргентинское танго условно можно, как и любую музыку, разделить на две глобальные категории. Ту, которую хорошо слушать, и ту, под которую хорошо танцевать. Для того, чтобы танцевать музыку, она должна быть предсказуемой. То есть, если мы слушаем музыку, и композитор нас пытается чем-то удивить, это для послушать. Для танцевать у нее есть... Краще не треба, так? Да, тяжело, вы же не угадаете. То есть, когда танцуется, то есть, там есть определенные правила, в принципе, есть определенные ритмические какие-то моменты. Ну, если можно так сказать, то танго-музыка, она квадратная и подразделена, то есть там на конкретные жесткие структуры. На несколько тактов. Да, то есть этому обучению, этому моменту тоже нужно обучаться, чтобы музыка была тебе понятной. То есть когда ты ожидаешь что-то от музыки, ты можешь что-то предложить партнерше. Там дальше, значит, два варианта. Либо музыка идет фоном, либо у вас не получается. Да. То есть композитор предлагает вам вариант построения диалога под какое-то вот музыкальное произведение. И наше общение в танце происходит по тем
скажем так, лініям, які присутствують в музиці. А насправді, от взагалі, це ж звідки пішло аргентинське танго? З Буенос-Айреса. Саме там, бо багато є танців, які так називаються, наприклад, але вони не мають такого походження. Так, вірно. Раніше, ну скажімо так, в Буенос-Айресі, коли був великий наплив іммігрантів з різних городів, стран, ну, насколько мы знаем, мы спрашивали у аргентинцев, интересовались, они отвечали, что в основном в домиках, ну, скажем, такая коммуналка была, и в центре, ну, много разных квартир было, и в центре было патио, такая круглая площадка, на которой после тяжелого труда собирались там разные различные семьи иммигрантов. Бачите, не на диване лежал, да, и, соответственно, были музыканты какие-то, ну, кто на чем мог играть, и, соответственно, собирались парами, танцевали, и оно постоянно видоизменялось, модернизировалось, то есть аргентинское танго, оно постепенно растет и, ну, как бы, изменяется. З'являються нові елементи складніші? Як і будь-який танцювальний танець, якщо він живий, він реагує на те, що змінюється в світі. Тобто, в залежності від того, яка була обувь, яка була форма одежди, тобто, змінялись елементи, змінялись форми об'яття, в залежності від того, багато місця, мало місця. Тобто, все це відкладувало відпечаток. Навіть така банальна річ, як реклама, теж наложила великий відпечаток. В своє час в Аргентині танго отримало популярність благодаря тому, що воно багато грало на радіо. Вот. И его вставляли в определенные куски, и там было конкретное время между там рекламными блоками, да. Если передача сопровождалась танго, ее слушали охотнее. То есть, как бы, любили аргентинцы этот момент. Потом, допустим, радио уступило место телевидению и прекратился финансовый поток вообще, в принципе, эту индустрию. Оркестры в золотое время составляли там из 20-30 человек, то когда прекратилось спонсирование, то есть стало телевидение, да, оркестры стали составлять из 3-4, то есть вот это до минимума свелось. Вот. В принципе, в Аргентине вообще тяжелая ситуация, там после Второй мировой войны власть была захвачена, и танго было запрещено до 70-х годов. Это тоже наложилось отпечаток. Именно в то время родились музыкальные композиции, больше направлены для послушать. Але ж чим більше забороняй, тим більше хочеться. Потім, так, був сплеск. Так, і після того аргентинське танго просто неймовірно стало популярним. Получило второе дихання. І ми можемо сказати про те, що зараз аргентинське танго теж популярне, воно майже в всьому світі танцюють його. І дуже тісний контакт. От насправді, між партнером і партнеркою, він як так змінився, чи так само і було? Изменился. В принципе, танго, как и вальс в свое время, сделали фурор в танцевальном мире. Вальс – это первый танец, когда партнеры стали друг напротив друга. То есть до этого были всякие либо хороводы, либо что-то в этом духе. Танго – это первый танец, когда возник непосредственно контакт, причем хороший и качественный. То есть благодаря этому про него в Европе заговорили. Контакт за все свое время, в зависимости от того, танго приїжджало в Європу, виїжджало з Європи, мінялося. Так, ну в Європі не сприймали такий тісний контакт? Чи навпаки? Как бы не так можно сказать. Вот бывали вот как бы в зависимости от формата мероприятия. Были вечера, когда семьями приезжали в ресторан, да, допустим, и танцевали танго. То есть там танцевали танго, в принципе, вот с каким-то расстоянием, да, вот, то есть между друг другом. А ближе к современному времени, то есть как бы объятия стали более плотными. Но нельзя так сказать, что вот оно постоянно то так, то так, то так, в зависимости от того, какая музыка сейчас доминирует, в принципе. Как... Тобто, зараз більше з'явилось свободи, так, чи ні? Якщо ми так візьмемо вже танго, те зараз, сучасне, яке зараз є? Да. Сейчас меньше морального давления, в принципе, на общество в целом. То есть мы на мир смотрим, это можно больше, чем, допустим, даже 20 лет назад. Благодаря этому это отражается и в танцах. Тяжело представить себе лет 30 назад сальсу, танго. То есть это все смотрелось немножко... Тань, а скажите, вот вы, когда разом танцуете, то вы слушаете партнера обовязково, не можете себе
уявити, що ви можете десь покерувати і запропонувати партнерові зробити якийсь елемент? Я, не знаю, там процентів 98 слухаю в основному партнера, і в ті 2% я можу вкласти якусь свою жіночу прикрасу, але я не веду партнера ніколи на це. Я просто в ту хвилинку, коли там відкривається там пауза якась, я можу вставити свою прикрасу, на яку він мене навіть не вів. Але я її вставила, я йому не як сказати, не завалила, і ми продовжили далі танцювати. Тож, наскільки треба розуміти, що в цей самий момент партнер буде не проти? Він не проти. Елементи. Мы своим ученикам говорим, что в танце девушка может делать, что хочет. А вот что она хочет, уже должно зависеть от партнера. Так, это хитрые чоловіки. Вони інакше не могли сказати. Поэтому, в принципе, нельзя воспринимать танго как диктатуру. Я ей говорю, делай вот это, и она вот это делает. У девушки есть какие-то предпосылки, в зависимости от положения тела, что ей больше будет удобнее, что ей хочется, какие-то свои внутренние, допустим, шаблоны, стереотипы, да? Угу. И задача партнера не столько хорошо вести партнершу, сколько хорошо следовать за тем ведением, которое он предложил. То есть это тоже очень важно. Слухайте, скільки всього складного, я не знаю, мені здається, що треба спробувати, так? Як кажуть, для чого про танго говорити, якщо можна піти потанцювати, так? І я не знаю навіть, якщо, наприклад, партнери один одному не підійшли, не знаю, не сподобались. Це ж є якісь, мабуть, критерії, мені там білявки подобаються, чи брюнетки, чи якось іще. Чи може взагалі характер не сподобатись, може фактура, може там, не знаю, статура, може запах, так? Насправді дуже багато різних таких моментів, які можуть вплинути на вас, на сприйняття вашого партнера. То як тоді? Але все одно вийшли вже танцювати люди, вже все треба... Треба ж танцювати достойно, як то кажуть. Тут теж потрібно розділити на уроки і на вечеринки, де ви можете потанцювати. Тому що на уроках ніяких таких «нравиться, не нравиться» нету. Тобто вам дають задання, там ще, які накладають кучу відпечатків, щоб ви там успіли в музику, щоб ви там зробили якісь швидкі елементи. І, відповідно, мозг не встигає обробляти стільки інформації. Він зайнят тим, щоб виконати упражнення. И, скажем так, такого, что прям не нравится, все, танцевать с ним не буду, такого в основном у нас нет. Плюс само, скажем, занятие у нас проходит со сменой пар. То есть, поскольку танец социальный, очень важно развить в учениках, которые приходят на уроки, скажем, умение танцевать с любым партнером, партнершей. Угу. И поэтому, когда мы даем упражнение на одну мелодию, люди стали в пару потанцевали, на следующую мелодию все поменялись парами и продолжают танцевать дальше. И нема что... ревнощів, приходят же семейные пары, кто-то с кем-то потанцевал, там столько всего может быть взагалі, насправді. Танго – это, в принципе, танец, который усиливает те эмоции, которые существуют внутри пары. То есть, если внутри пары существует доверие и понимание, что это не более чем танец, то все нормально. Я, насправді, жартую. Я так сподіваюся, що люди приходять і знають, чому вони туди прийшли, знають, що їхня пара міцна в будь-якому випадку, з ким би вони там не танцювали в той момент, так, то все буде добре. А насправді, стільки всього цікавого сьогодні вдалося почути, і про аргентинське танго взагалі відкрились такі от моменти, про які раніше, можливо, ми і не знали, і не здогадувались навіть, так? Взагалі, історія цього танцю, вона така різнобічна, цікава, дуже цікава. Ті люди, які приходять танцювати соціальні танці, вони, мабуть, багато чого можуть і взяти собі, взяти до уваги, щоб відчувати людину, вміти користуватись тим інструментом, який є у вас, це ваше тіло. Розуміти людину може просто з погляду. Ти дивишся, ніхто ж нікому нічого не каже, ти вже танцюєш, так? Насправді це дуже класно, коли ви займаєтесь танцями, будь-якими, а якщо це і такі танці, які вас можуть зблизити, то це ще краще. Я дуже дякую вам, що прийшли сьогодні до нашої студії. Насправді говорили про танці, про це чудове мистецтво, я так можу його назвати. І дуже хочеться, щоб усі люди розуміли себе, відчували і були щасливими. Дякую вам, а ми зустрінемось за декілька хвилин. Дякую.